Всем привет! Получила посылку из Золотого Яблока. Сейчас я ее открою и покажу, что я заказала. Так, ну вот коробочка. Сейчас откроем. Открываем. О нет, я так не могу. Так, ну давайте смотреть. Что я заказывала? Так, бумажка. Я здесь написано. Ой, вот это вот требуха, как я ее не люблю. Так, вот что я заказывала. Я заказывала кисточки Manly Pro. Так, пока положим. О, смотрите, какие красивые. Это какая-то их лимитка, похоже, Tesla. Это для кремовых и сухих текстур. Потом для пудры. Надеюсь, наносить ей нормально бронзер. Потому что я сегодня так и бронзер нанесла. Просто кошмар был какой-то. Не знаю, то ли бронзер плохой, то ли руки кривые, то ли кисточка дурацкая. Так, вот такая кисточка. Для растушевки теней круглая. Так. Симпатичненькая. Не очень большая. Это, по-моему, пони у них. Так, а номер какой был? К34. Дальше, следующее. Для растушевки карандаша К110. Я там совсем другую хотела, но ее что-то раскупили. Я не успела купить. Вот такая вот, смотрите, палец. Вот она какая. Синтетика, похоже. Не знаю, надо будет попробовать. Дальше. Manly Pro кисть круглая для растушевки сухих и кремовых текстур. К134. Так, поглядим. Ага, вот она какая. Так, вот такая. Мягкая. Ну, такая жиденькая. Я думала, она поплотнее будет. Ладно, посмотрим. И последнее. Последнее это кисть для растушевки теней, круглая маленькая, К37. Для нанесения теней я пока никакие не заказываю кисти, потому что для нанесения у меня кистей много, а вот с растушевкой что-то какая-то беда, все большие. А, ну вот она, смотрите, какая небольшая. Тоже написано пони, но кожевская. Интересно знать. Руками грязными трогать неохота. Мяконькая. Ладно, потом вместе с вами как-нибудь макияж сделаем, посмотрим, что из этого получится. Все, всем спасибо, пока.